Так, мы тут захватили, да, точку? Надо почистить ее. Я схожу наверх, прочекаю, что там у пацана. По крайней мере, пока что все одинаковые. Что такое? Это бесполезно, маршрутку тут ехать. Блять, что за баги? Что за... Пиздец, блять. Олег, потом на видео посмотришь, какая-то хуйня, ёб твою мать. Расстрел в стене, когда я лез человека? Нет, я в него выстрелил, а он, короче, у меня моргнул, пропал, как этот, как призрак такой. Я думаю, ну ладно, текстуру моргнул. Я пытался. Зашел внутрь, хуяк, чувак здесь. Заходите внутрь, чуваков нету. Через окно запрыгивайте. Есть. Ой, труя, сука! Граната туда. Я зарезал. Ой, это свои или враги? Я не пойму. Не знаю. Я тебя ранил, блядь. Да блин, ты в меня что ли стрелял? Я в тебя один раз выстрелил. О, отлично. А ты такой, сука, что, какие-то лаги происходят. У меня сбился прицел, не попадаю, не убиваю. Слушай, здесь какое-то лагучее место, пиздец. Коль, залетай. Я побежал этого. Я тоже пацан. Блядь, сука. Это я был. Внутри за барной стойкой я стою. Заходите, пацаны, налью вам по чего-нибудь выпить. Давайте, залетайте. По шапкам можно определить. Шутцы пишут, shoot me. Он настолько достал, что ему совсем плохо. Здрасте. Бля. А за барной стойкой шут этот фронтовик с пулеметом, с автоматом. Фронтовику приготовьте гранату. Пойдем со мной, помню. Люби меня, люби. Ебать, попал прострелом? Ебать, насаживаю. Давай сюда. Ага, он как раз ко мне жопой встал, он жопой вывалился, слышишь, в окно, и ты его подстрелил в зоне. Отлично, Коль, держи, я тебя прикрываю, если что. Коля? Гранату закинул в окно! Там слева, сзади! 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 Ай-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Когда начал стрелять! Сори. Так, я не предлагаю всем не идти, надо копаться, посмотри, что там, Олег. Не вижу ничего. Они все внизу, надо гранат. Так, прикрывай, Олег. Сейчас гранаты отработаю. Окей. Ой! Ты был в миллиметре от смерти сейчас. Хорош. А где? А чё? Что за хуйня, блядь? Я кидаю гранату, короче, она внизу пропадает и все, не взрывается. Мы взяли все такие, да? Враги! Блять, спасибо. Кто стрелял сейчас в этого? Я. В чавку, спасибо большое, блядь. Я промазал, когда залезал. Свои! Но все равно мы точку взяли. Ну сток мы взяли, но там еще Энгершоссен мы не взяли. А, это наверх, да? Наверх мы взяли, да. Понял, готов. Хорош, тогда можно попробовать рашануть. Энгершоссен. За автобусом, справа. Убил. Хорош. Так, я пошел, возьму сквер. А, сквер я не могу взять. Взяли танкистов. Ну, походу, тут тоже есть. Может, бежал? Не попал. Хорошо, хоть танкисты были. У меня блочит этот хвост. Понятно. Не двигаемся. Вот он. Ой, не надо. Какой не пусто. Ты нас же понимаешь? А я думал, он нас попал чем-то. Нет. Ты начал жарить, и нас кто-то начал. Кто кого начал жарить? У нас на танке осталось 2 очки. С несколькими псевдами. После того, как я расстрел звенится. Так, ну что, ты вот так постоишь, так, а я побегу туда на захват. Штук слева, внимание. Давайте его. Близко?
Близко. Мне пришлось кто-то стрелять из бункера. Понятно. Понятно. Красавчик. Меня скосил. Как, блядь? Ну ты, блядь, там за этим бункером спрятался, я вообще не ожидал, там всю сторону видеть. Штука все еще там. Ой, слева, ты... от левого бункера. Я тут... Блядь, я поймал. Сам ты где? Ты с какой стороны? Я вышел с этого только что почему-то. Да, я пока вылетел. Танк, ты скоро додумаешься, что я здесь стою? Ему вообще похуй. Надеюсь, что не додумаю. Короче, бегите на эту сторону, пока здесь, блядь, блядь, танк вообще поездили. Да, не могу, он же вернулся. Значит, справа выходите. Два со справа. Игнорируют. Стреляют справа. Да. Ранник обоих убил. Я понял. А что транспорт вообще? Не весело. Раздали. Хуёво. Где как пулеметом фигово стрелять? Меня могут здесь маршрутки выбить в этом моде, нет? Нет. Кажется. Вон маршрутка по центру стоит. Да. Туда бегу. Шахиды такие. Он решил стать танк, если он просто... О, ты противотанка. Просто так, начинает что-то подозревать. Он тут, упс. Сука, сейчас, наверное, ёбну. Да. А кто там в штрупе? Что-то в штрупе долго додумался до этого, блядь. Вот, я прям за тобой бегу. Лучше особо... Осторожно, машинка сейчас опереет вправо! Блядь. А, вон, я вижу, Коля прячется за этим. Где Коль? На водку, да, я его застрелю. Ага, вижу, блядь. Набеги. Своем постреляет. Где бревна слева первоначально идут? Блядь, в лицо стрелял просто. Хорош! Блядь, и штук справа. А вот это по мне танк справа штук, да, ебашь справа. Блядь, штук не надо, не едь сюда. А, сука, мне... А, он, блядь, под... Сука, он за этой хуйней подполз под прикрытием штука. И забросал мне гранату. На ферме я вижу штук и маршрутку. Маршрутка, наверное, пустая. Хотя хрен знает. Я только что приехал, так что не пустая. А, только что приехал. Ну, все, Томик с нами, мы теперь, блядь, затащим. Штук готов? Штук готов? Отлично, ёпты. Включаем режим Рембо. Правая сторона, бежит к нам два человека пехота. Не такой сарай, поленец. Коля, ты разогрел свой пулемет? Там еще штук второй. Ты ж сказал, ты убил штука. Их там два было. Виноват. Надо было уточнить, когда я режим Рембо включал-то, ёпты. Ты мне второй даже не видел. Бля, заебись. Вот это он нормальный киллов сделал. А кто нас трахнул-то? Странник? Да. Хорош. Вот это ему просто плюс 4, так, хера? Ну давай. Без маски тук заходит, да? Еще маршрутка приехала, да? Слева. Это танкист бежит, наверное. Что-то Димитриуса не наблюдается, да? Он за Левантиус делает себе опять. Ну я понимаю, он не может, он активно накидывается, чтобы начать играть, да? Еще один штук приехал с левой стороны. Вот как раз туда, куда ты едешь, да.
На самом деле, Коль, ты вот левее просто подъедет. Ну да, подъедет к вам максимально близко, а мы там пешочком добежим, я думаю. Ну и он на это машину. Да. Может, к забору подъехать и там выйдем? Ну, давай попробуем. Там просто ждут. Давай вот тут, давай. Во. Вот туда, через... А ты хочешь вдоль забора? Левый штук готов. Ну, можно. О, где? Кто не знаю, стрелял. Где-то слева из домов. Маршрутка ушла направо сразу. Нашли его, нет? Теперь она по Санджо. Не, вообще не видно. Где-то из домов слева там. Блин, мне приехали. Ну, тоже на маршрутку сейчас поле. Готовься, пулемет. Ой, по мне насаживают слева штуку. Разогревай свой пулемет. Осторожно, свои, по-моему. Или нет? Там, по-моему, белые свои бегают, нет? Справа. Вон, в этом бункере, левее. Коля, левее, бункере, вон. Не вышел. Вижу, огонь. Не могу. Огонь, огонь, огонь. Не вижу. Вон он лежит за этой. Я листву сплошную вижу. Вон он лежит прямо за этой херней. Вот, скачил, побежал. Стреляй! Наконец-то, господи. Надо закидывать. Да. Вон он справа, вот он справа побежал до дома, да. Сейчас будет выходить здесь. Видно? Да. Я уеду отсюда, плохая позиция. Сейчас здесь меня, блядь, напихают. Так, маршрутка то где-то. Вижу. Блядь, что я встрял? Зарядиться надо. Погоди, лежит. А, блядь, я во что-то врезаюсь. Не знаю, F4 вижу. Нажми. Пересядь на Ой, пассажиры. Я не могу я F4 нажать. Пересядь на пассажиры. Дыряк, посмотри. Дыряк, Коль, дыряк. Справа. Перезаряжаюсь. Все, нам дышку пизда. Сиди на пулемете, я вышел. Может, ты на пулемете был? Ох, ёбан. Я говорю, сиди на пулемете. Тут, какого хуя сиди на пулемете, блядь, штука из тупо. Я думал, гранаты закидывают, эта штука вам ебанула.